Эх, как он обогнал его. Чуть не врезались. Я в крита чуть не врезался. Меня сейчас слышал где-то? Это шепот, я говорю, никто мне не отвечает, я извиняюсь. По-моему, нет дятла Понятия не имею, куда тут солнце. Солнце у меня на 20, на 240, в общем. Блять, раздолбайство. Порвы убегаемся на посадочную полосу, готовимся к взлету. Принял. У тебя какой, 23-й номер? Так точно. Я готов.
Мавр, готовимся к взлету. Всегда готов. Ой, меня крутануло. Чё тебя так сносит? Мавр, пошли. Иду, я лучше. Ты... Я переждал, пока ты взлетишь. Правильно, что-то меня тут вообще. С таким это разворотом. Бомба не сбросить. Прошу. Надо хоть отвлечь чуть-чуть. А то сейчас на свой аэродром спросим. Видите, что-то взрывается подо мной. Я как-то наверх потянул. Все. Бомбы потеряны. Будет забавно в свою ПВОшку попасть. Курс 150 с набором высоты. Набрать высоты 3 километра. Принято. Держите за мной. Наши на север уходят по нолям. Срочно на подмогу. Вижу их, вижу конкретное огромное количество противника прямо на курс 12. Слышишь, видишь, Мавр? Ниже. Пока не вижу. Там полная жопа. Один на высоте. Один на высоте. Прямо на нашей высоте противник, по-моему. Прямо по курсу. Да, Цепан вижу. Прикрывает, надо его сбить. Стреливает кто-то наверх. Вот это вот первая цель. Одиночный какой-то, не пойму, кто это. Кстати, у нас люди умирают. Вот он у нас, смотри, на 11 выходит. Вижу. Держитесь за мной. Держитесь за мной. Падает, пикирует. Набирает скорость, нашел. Он, видимо, заметил нас. Вижу одиночный контакт, прикрой мой выход. Слышишь? Прикрываю, прикрываю. Он преследует нашего, по-моему. За мной. Внимание на карту. Нет, это пара насобирается. Выше нас есть кто-нибудь? На нашей высоте все тот же контакт есть. Понял. Что за пара? Я не пойму, это по нолям бой идет. Вижу, что кто-то стрелял. По-моему, да, над Фридрихом издевается собака. Прострелил, ухожу. Наверх выстреливаю. Видишь меня? Да, Мавр? Да, ты подо мной прямо сейчас. Вижу, но я видел, как ты вверх пошел.
Все, тебя наблюдаю. Я у тебя на 6 получается. Разворачивайся. Подо мной целая куча истребителей. Нужно прикрытие. У тебя 6 какая-то далекая. Да, наблюдаю, далекая 6. Набирает высоту. Сбить. Задача сбить. Принял. Держите за мной. Кто-нибудь прикрывайте. У тебя 6. Держите за мной. Близкая 6. Вверх ушел. Прям надо мной кто-то летает. Не могу определить свой чужой. Свой, 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 свой. Принял. Еще выше. Нет, это свои. Принял, свои подошли. О, потерял. Держите за мной. Так, выдвигаемся к этой зоне боя. Прикройте меня. Блять, где-то тут Як ведет бой. Помощь нужна? За мной. Мавр, меня видишь? Не уверен, здесь просто куча истребителей. Не, не уверен, тезник ты. Это мне сейчас лоб. Не ты сейчас мне лоб прошел. Нас на 9 где-то бой по нолям. Вижу бой. За мной. Ну, мы здесь четверкой крутимся сейчас. Все свои. Это ты сейчас со снижением, да, пошел? Мавр, нужна помощь! Мавр, нужна помощь! Он где ты? Береги за мной! Просто километр 200. Блин, я пока тебя найду. Ты бы хоть сказал, что снизится. Не могу тебя найти. За мной. Кто-нибудь, прикрывайте меня. Нашел визуально. Трассы же должен видеть. Ну, ты понимаешь, здесь очень много контактов. Следуйте за мной. Держись, лечу. У нас прикрывающая пара есть какая-нибудь? Задымил его. Ты сейчас вверх тянешь, да? Он столкнулся или сбит? Набрать высоту. Над нами якорь. Над нами якорь.
Ты жужжишь? Возможно. На меня что-то так какая-то была. Да, заход, якорь, якорь, внимание! Большая часть стратегических точек захвачена нами. Уходи ниже, уходи ниже. Спускаюсь. Отход на аэродром. Принят. Плотно тебя держит, плотно держит тебя. Под огнем. Отогнал его, отогнал. Отходим или атакуем? Атакуем. По-моему, я сейчас буду убит. Я что-то жужжит, что-то сзади, я не вижу никого. Тут пролетел мимо меня. Внимание на карту. Ты атаковал сейчас? Нет, нет. Что-то выше еще, что-то выше. А, пытаюсь определить. А, свои, Эмилька. Отлично. Набираем высоту, не теряемся. Внимание, у нас осталось 100 литров топлива, этого мало. Ну, это минут 20-25 у нас сейчас. Но этого все равно мало. Что это? Да наши! Наши, я чуть только что с Эмилем лоб в лоб не столкнулся. Идет в лоб и не сворачивает. Внимание на обозначенный сектор! Дурацкая раскраска вот эта вот. Если бы нос был бы желтым, было бы легче определить. Внимание, наблюдаю контакт над полем боя, почти по нолям. Ты слышишь меня? Нашел меня? Да, я тебя слышу, не нашел. Возле поля боя я. Передо мной два Эмиля, возможно, один из них ты. Я ведущий. Тут что за контактик? Близко. Свои. Да. Кресты. Так у нас походу пара Фридрихов погибла. У нас тут два Эмиля еще рядом. Я их отправил на аэродром. Принял. Значит, это, видимо, ты. Вот он, я в левом развороте сейчас да, стою. Я на тебя тянусь, я. Отлично. Классно, самолеты стоят, ну ладно. Че, атакуем самолеты? Нет. Какой смысл? Как они широко стоят. Тогда уж лучше 250 было брать, честно говоря. Тоже знал-то. Так, контакты видишь? Не, пока вроде чисто. Экономим топливо, 1-1 отдув. Шепота настроить. Внимание на карту. На форуме есть вообще-то специальная темка, где все это описано в картинках. И мы сейчас в полете явно тебе не объясним, как шепот настроить.
Атакуйте точку Д. За мной. Так, внимание, мы завязываем бой. Видишь пара? Видишь пару? Нет, сейчас идет, за тобой следил. Третий под нашими крыльями сейчас. Смотри, один одиночный идет над ними. Я по тебе буду, если что, ориентироваться. Зенитный огонь. Блять, их потерял. Вон они. По-моему, сейчас гости будут. Че, в атаку? Атаку, иду в атаку. Принял, дублирую. Да не иди ты за ним, только высоту сольешь. Да я и не шел, я спираль сделал. Там пара была, слышишь? Кто-то за мной тянется, послушай. А теперь за тобой. Пара идет. По-моему, мы умрем. Не дотянутся. Четыре, кажись. Ты вверх, да, ушел? Просто видишь меня? Да. Такую еще раз, у меня только пулеметы остались. Я еще не стрелял. Шансов не было. Так, у меня 50 литров топлива осталось. Нам надо уходить, Маур. Принято. У меня также. Рядом с тобой я. Нужно прикрытие. Следуйте за мной. Все, Мавр, выходим из боя. Принял. Ты у меня на шести жужжишь? Да, да. Отлично, я. Спасибо. Охранял. Перед нами выпрыгивает, смотри. Ага. Сейчас подстреляю. Ну зачем ты вниз идешь? Лети прямо, прямо лети. Я не попаду с такого ракурса. Уходим, уходим, уходим. Я тебя визуально потерял. Я иду тем же курсом 330. Нет, иду на вест вообще. Я иду на вест сейчас. Давай разворачиваемся потихонечку на 330. Принял. Идем. Даже 320. Следуйте за мной. Я подхожу к аэродрому. Кажется, я тебя вижу. Я с другого направления захожу. Да, отлично. Я не вижу, где флажки эти гребаные вообще. Ну, по тому, как мы взлетали слева в конце. Вот, да, вот они флажки, куча флажков. Внимание на карту! Ну там видно, куча ящиков стоит, там бочек и прочее. Прикройте меня! Мавр, садись! Принял. Следуйте за мной! Ну я в порядке, меня ни разу не попали.
постреляли немножко. Ну, я немножко. Так, больше присутствовал. Мавр, где ты? Захожу на глиссаде. Угу. Внимание на карту. А, ты не с той стороны садишься, ни хрена себе. Я тоже сажусь, аккуратненько. Ну, я, если что, сел, качусь. И вообще, это ты не с той стороны, а я с той. Внимание на обозначенный сектор. Чем ты подъехал? Так, я стою. Я тоже, вот рядом с тобой. Ага, ну на взлет тогда пошли. У меня 250. Одна. Я тоже. Так что, в принципе, сейчас можно не выходить. После 5 минут я могу выйти и зайти снова. Да. Ну, желательно тут, конечно, чтобы ты не один заходил. В паре с кем-то. А, ну, ты, да, в паре. Ну, буду ждать дальше. Пошел и был все. Че, сразу на взлет, что ли? Конечно. Наши панцерваффе нужна поддержка. Держите за мной. Чем помогут сливающиеся мили? За мной! Следуйте за мной. Пока противник будет ржать над нашими горящими самолетами, наши танки смогут их поубивать. Вообще, если не вражеская авиация, то мы, наверное, ну, вполне можем попортить. Особенно 29К. Вижу контакт, но ощущение, что он на земле стоит. В смысле, что разбившийся самолет. Не движется. Что там на филде самолеты не атакуем? Внимание на карту. Сейчас задача уничтожить 29К. Тогма горит прям вообще. Я, по-моему, даже это здание уже вижу. Там буквально горит. Внимание на обозначенный сектор. Мавр, продублируешь, когда я промажу? Принял. В смысле, отгребут твои бомбы? Надо, да, сначала надо его найти еще, это 29К. Если у меня получится его уничтожить, тебе надо будет пушечку какую-нибудь забрать там. Постараюсь. Ты учти, сейчас эти могут быть 72К зенитки.
Внимание на обозначенный сектор! Уничтожен, кажется. Прямо в него бомба. Мавр, задача уничтожить что-нибудь из зенита, из ПТО и набрать высоту. Сейчас будем перехватывать противника. Принял. А где ПТО находится-то? Вижу зенитный огонь, кажется. Все, тогда уходи. Ну скинь хоть, блять, я не знаю, на самолетик там куда-нибудь. Ща попробую. Только не умри, я тебя очень прошу. Постараюсь. Блин, мне бы как бы на своего бы так не скинуть. Бросай нахер бомбу, бросай нахер бомбу. Бросаю нахер бомбу. Срочно на перехват, срочно на перехват. В каком направлении? Управление, их аэродром. Принято. Я попал бомбой осколками по зенитке. Просто так скинул. Какая у вас высота? Высота 1.5 километра набираю. Ну я тебя потерял, если что. Облако над ними, видишь? Вот их ВПП, вот их ВПП. Я на севере. Блять, херово. Слушай, там... где-то найти. Так, над филдом все кружится. О, наблюдаю. За мной. Слушай, я сейчас под атакой буду. Я не знаю, где ты находишься. Возле их филда я нахожусь. Я не знаю, где их филд находится. Следуйте за мной. Я видел линия красная, я сейчас маркировал тебе. Нет. Следуйте за мной. Курс 30 от этого. Иду на север. Вижу так, пару. Я на высоте с бомбами, что мне откидаться. Сейчас я иду вниз, тут двояко. Чё-то какие-то они борзые. Вижу контакт какой-то. Так, уходят вниз. Внимание на карту. Так, я примерно где-то рядом на твоей высоте, но не знаю, что мне делать. Ты где? Все мы здесь уже. Двигайте за мной. Держите за мной. Парочка, пара идет по нолям. Вот пару эту я атакую. Вот они в левый вираж встали оба. Может, подождешь, пока я тебя найду? Я тоже не вижу. Я вижу два контакта выше меня. Я на высоте 3.5, они выше впереди. На север от меня. Дай координаты свои, пожалуйста. Держите за мной. Двигайте за мной. Понял, левее от меня. Скажу. На север от меня два контакта. Высота примерно, предположительно, 4 километра. На моей наши высоте. Наши? Отлично. Левый вираж делает на моей высоте. Ну то я стою в левом вираже. Два контакта левее меня ниже. Вот это не наши.
над ними вижу одиночный контакт. Вероятно, ты. Над тобой кто-то пролетает, если ты сейчас виражишься. Мне в лоб идешь, да? Да, я вас вижу. Внимание, противник над танками. За тобой был враг на высоте. Враг, не знаю. Да, да, якорь. Якорь падает сейчас вниз, я за ним свечки. Так, НИП, ты сейчас, да, сейчас вниз? Атаковал его, да. Он вниз идет, я вверх. Так, Мавр, это ты? Не уверен. Я за кем-то иду. Да. Нет, я не в левом, я прямо. Свечкой кто выстреливает? Я. Угу, понял. За тем, кто вверх, сейчас кто-то тянется. Я пытаюсь тянуться это за тем, кто тянется. Якорь. По-моему, мессер. Нет, это якорь. Я наверху, а якорь за мной. Ну, я на шести у мессера. Двигайтесь за мной. Может, мессер. На Фридрих, похоже. Так, я ухожу на филд, подбитый крыл. Принято. Внимание, группа из четырех ягов идет с севера, атакуйте. Ниже, выше. По нолям. Мавр, можешь атаковать? Давайте, надо еще. С севера, по нолям, жирная группа идет с четырех. Ромбиком такие, как на параде. Пока не наблюдаю. Вон они под огнем, смотри, зеленые трассы хлопят. Сегодня у меня какой-то день, я ничего не наблюдаю. Верните мне моего люфта. Вижу бой подо мной. Примерно здесь. Атакую. Низко очень. Блин, сейчас флотарно отворачиваю. Слишком низко. 0-3 под огнем. Три по мне попадания. Твою мать, я горю, прыгаю. Все еще под огнем. Нужна поддержка. Возвращаюсь на аэродром. Я на аэродром лечу. Принял тебя. Чего такая битва вокруг меня? Что-то мне кажется, я не приземлюсь нормально. Дятел погиб, у меня теперь связи с остальными нет. У нас еще есть самолеты? Нету, я отхожу на филд. Да, спасай машину. Верните мне мою фоку. Я у вас на стороне специализируюсь на фоках. А мне тут Эмильку дали. Не, Эмилька неплохой, но я вечно оказываюсь ниже противника и сам. Ну, на текущий момент он старел.
правильно. Держитесь за мной. За мной.